чем гордится ваш приют. Приют «Хайот» уже 3 года проводит уроки доброты в школах. Совершенно бесплатно. И мы ходим, у нас тоже есть собачка Мишелька. С Мишелькой ходим, проводим уроки. Плюс ко всему мы проводим зоотерапию. У нас детки говорить начали, которые не говорили, да. Как твоя зоотерапия вчера прошла? Прошла хорошо, но, Ирод, я предлагаю, чем щенков возить так далеко за город, лучше все-таки Мишель, она уже приспособлена. Ну, так Мишель будет, да, щенки, да, у нас, да, еще мы не можем. С собачками мы возить не можем, потому что они, во-первых, дорогу тяжело переносят, и потом их там натискают, наиграются, потом, ну, опять встают, да, у них потом будет это расход. Не-не-не. Так что Мишель как ездила, пусть так и ездит. Мишель одна у нас, да, пока ездит. Ну, надо еще какую-то собачку тоже приучать потихоньку. Анису можно же взять, Анису? Она же тоже такая веселенькая, всех любит. Ну, одну тогда, Анису, либо ее, да, либо ее. Но я не знаю, тоже не могу ее. Ну, она очень спокойная такая, ласка. Здесь. Всем ведет, всем. Встречает, провожает. Салты сделаю, детям интересно. Корм накинешь, она салты делает. Детям интересно.